Прочитав мой рецепт, вы узнаете, как приготовить фасолевый пашет и еще ароматнейшие острые крекеры на основе томатной пасты и аджики, специй, все будет очень вкусно, пикантно, заходите. Время на приготовление паштета и крекеров 1 час, но это без учета замачивания и варки фасоли, так как аджику я использовала домашнюю и очень острую, то крекеры получилось пикантными, достаточно острыми. Если у вас нет домашней заготовки, то можно положить сухую аджику, она продается в супермаркетах, или просто добавить красного молотого перца чили. Удачи! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Итак, сначала нужно подготовить фасоль. Для этого промойте фасоль, переберите, залейте чистой водой и оставьте на 2-3 часа. Спустя это время воду слейте полностью, промойте фасоль, залейте свежей водой и варите до готовности. Можно даже немного разварить фасоль, в конце варки посолите. 2. Порежьте крупную луковицу полукольцами, притрусите сахаром, обжарьте на растительном масле. 3. Дождитесь, пока лук карамелизируется, влейте соевый соус, бальзамический уксус, перемешайте и снимите с огня через полминутки. 4. В фасоль добавьте сливки, лук, зелень, соль, перец. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Измельчите массу с помощью погружного или стационарного блендера, как вам удобно, готовый паштет поставьте в холодильник. 6. Теперь приготовьте тесто для крекеров. Для этого растительное масло соедините с томатной пастой, аджикой, рубленным чесноком, базиликом, соль и перец черный молотый по вкусу, я положила всего пару щепоток. 7. Влейте воду, перемешайте. 8. Просейте муку, сделайте в центре углубление, перелейте в муку томатную массу, замесите тесто. 9. Тесто плотное, но пластичное, приятное и очень ароматное, оберните его пленкой и уберите на 30 минут в холодильник. 10. Раскатайте тонко тесто, примерно 5 мм толщиной, вырубкой для печенья или стаканчиком выдавите, положите на пергамент, выпекайте при 180 градусах минут 15. 11. Готово. У меня получилось 30 крекеров. 12. Фасолевый паштет переложите в кондитерский мешок, поставьте насадку с крупным отверстием, отсадите паштет на крекеры, украсьте семечками или зернами граната, зеленью. 13. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Фасоль, 300 грамм, лук репчатый, 1 штука. Крупный, соевый соус, 1 столовая ложка, масло растительное, 1 столовая ложка, сахар, 1 чайная ложка, бальзамический уксус, 1 столовая ложка, сливки 20%, 30-40 мл, соль, перец черный молотый, по вкусу, мука пшеничная, 180 грамм, крекеры, томатная паста, 1 чайная ложка, крекеры, аджика острая, 1 столовая ложка, крекеры, вода, 9 столовые ложек, крекеры, растительное масло, 30 мл, крекеры, чеснок, 1-2 зубчиков, крекеры, базилик сушеный, 1 чайная ложка, крекеры, соль, перец черный молотый, по вкусу, крекеры, количество порций, 30. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи на канале!